Акимов ранен. Полный вперед! Направление 30! Товарищ командир, Акимов! Оставить разговоры! Полный, я сказал! Есть! Полный вперед! Бронебойный, живо! Направление 15! Я не слышу ответ, быстрее! Есть цель! Огонь! Наконец! Машина, что? Сколько раз я вам говорил, это бой, мать вашу! Зарубите себе на носу! Один лишний вопрос, все, крышка! Думать надо! Ручей, гранит, прием, как слышно! Ручей, гранит, прием! Завязка. Коновалов. Давай, глуши. Есть. Да сейчас дерну. Товарищ капитан, связи не было. Виноват. Давай. Ага. Приказ был держаться боевым. Дистанция 30. Оставаться на внешней связи. Держу. Если я узнаю, что вы перешли на внутреннюю связь, отправлю всех под трибунал к чертям собачьим. Теперь меня хорошо слышно? Там ближе к краю кто-то был, товарищ капитан. А за лесом рация не работала. А ну отставить, трос! Давайте-ка сами себе вытаскивайте. Уж теперь поймете, каково без поддержки взвода. Даю полчаса. Ты должен был быть со мной. Без приказа покидать поле боя ты не имел права. Ты поставил под удар нас и себя. Живее, живее! Берите топор, давайте бревно тащить, вспоминайте, вспоминайте. Заводи! Полчаса! Сойдемся на развилке у Соколова! Стоп! Есть стоп-машина.
Покидать машину не дам. Это опасно. Воспользуйтесь местными удобствами. Ну что, мы народ не гордый. Давай. Средний вперед. В низине еще один. Вот так. Терпи, родной, терпи. Хорошо. Вот так. Тихо, 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 тихо. Скоро очнется. Галя, маску. Ага. Все, все. Полежи лучше. Только швы прихватились. Водичка, водичка. Ты поди с жажды сохнешь. Погоди, малек, попить принесу. Thank you.
ну что мне делать, а? Так, давай, сейчас. Как людям глаза смотреть? Еще позавчера Терехуна обещал новые собаки видать. А теперь стыдно. Почему сразу не дал? А все, нету человека завтра. Не вини себя. Кто знал. Война — поганое место для эмоций. Про Коновалова слышал? Хороший, говорят, мужик. О, как вышло. Совсем им худо пришлось. Заводи! Не везет ему. Два экипажа потерял. Будь проклят эта война. Нам бы еще железок поднабрать. Да новый получить не мешало бы наконец-то. Сальники где? Я тебе что, эти сальники рожу, что ли? Они пока из Сибири приедут. Я уже сам сучух высохну. Так ты не жди, ты требуй. Ругайся со штабом. Что я тебе рассказываю, ты сам все знаешь. Запчасти нужны, Армен. Запчасти. А я ругаюсь. Да. Я ругаюсь. Ругаются. Они дают понемногу. Да. Товарищ младший лейтенант, да. Я вот тут про одного механика слышал. Так рассказывают, что он прям чудеса творит. Зверь, а не механик. Ребята божатся, что он диагноз, не заводя мотора, ставит. Прямо чуют. Он мертвых танков обратно в строй поставил. На целый полк хватит. Говорят, даже немец за него цену объявил. Губкин, хватит языком молоть, а? Какую цену? Ну? Давай. Поехали. Все, что могли, сняли. Фокусников нам только не хватало. Болтун свой у нас уже есть. А как фамилия этого гения? Докажись, Павел Чумак. Что ты его слушаешь? Заводись давай. Угу. Опасно здесь. Все как на ладони. Странно это как-то. Ты о чем? Да стартер кто-то снял отсюда. Уверен? Я сам удивился, куда это он девался. Давай быстрее. Хорошо он его, а? Еле дошли. Привет, ребят! Как до штаба добраться? Приветствую. Я тоже мотоцикл обожаю. Как до штаба добраться? Туда. Спасибо. Расслабься. Стенки ставить, кто останется, чтобы защищать страну? Он взвод угробил. Ничего он не гробил сам. Немец был в засаде, понимаешь, в засаде. А где он сам был в это время? Он два танка из Мансурова выбил. Коновалов отличный командир. Судить надо. Ты мне командирами не разбрасывайся. Ты в бою Коновалова видел? Он тактик виртуозный, он поле видит. Он в бою нужен. Я Коновалова. С училища знаю. Выскочка и индивидуалист. В Испанию сам напросился. Курс не закончил. Командир. Решение принимать исключительно, единолично. Считается правым. Вот именно поэтому остался в живых. За это судить? Да для таких, как он, это трагедия, что он не погиб. Ему с этим жить. Моральное состояние батальона – моя ответственность. Чтобы другим неповадно было, трибунал будет решать, что с ним делать. У тебя все? Значит так, пока Коновалов под моим началом, судить его или миловать, решать буду я. Это ясно? Товарищ полковник, разрешите? К вам прибыли. Добрый день. Еле добрались до вас. Спасибо, авиация.
Инженер-технолог с Кировского завода, Павло Чумак. Принимайте новые Т-34. Наконец-то. Очень рад. Много про вас слышали. Ну что ж, работа по горло. КВ капризничает. Ну, а времени мало. Скоро наступление. Да, про КВ знаю. Буду очень стараться. Ну и отлично. Знакомьтесь. Замполит батальона Кротов Владимир Васильевич. Очень приятно. Не буду скрывать, удивлен. Часто это слышу. Губкин, вызови Рыкова. Есть старший военно-техник Рыков. Поступит ваше непосредственное подчинение. Специалист опытный. Замечательно. Рабочие руки всегда нужны. Тем более, я так понимаю, рембазу новую будем ставить. Будьте добры. А можно у вас где-то умыться с дороги? Следуйте за мной. Провожу. Спасибо. Простите, пожалуйста. Коновалов, я слышала, это не Семен? Он. Спасибо. Товарищ Семен. Прошу. Да. КВ сильный танк, конечно. Броню мы делать умеем. Сколько жизни она спасла. Если бы не он, повернули бы мы в Москву год назад. Как пить дать, повернули бы. Но не держит он долго такого веса. Ну, не держит, и все. Другое дело вот. Новые легкие 3-4. Вот эта машина. Отличный танк. Правильно. Электропривод башни, новая рация. Да, Павло? Вот это прогресс. А вот так, кого нам нужно благодарить в первую очередь. Ну, руки-то мне можно и не целовать. В общем-то, благодарить надо работников Кировского завода. Я уверен, вы передадите товарищам наш пламенный привет, огромную благодарность и салют с фронта. Конечно. А сейчас пойду, ладно? Работы не в проворот. Пойду. Так на чем мы остановились? Ну что, облегчили КВ до 42 тонн. А что толку? Лучше бы двигатель заменили. Я уж тут все поля облазил. Каждый раз ищу, чего, с какого подбитого брошенного танка можно снять. Молодцы. Я же тоже не с пустыми руками. Вон, смотрите, диффузоры, сальники, насосы, фильтры. 33-й прокладки, между прочим. Немного, но есть. Это очень хорошо. А что же делать с патрубками для распределителя? А самое главное, с компрессорами, без них же никуда. Альтернативы пробовали? В смысле? Берете вторую ступень от автоклава. Втулку меняйте на двойку. И давление гоните до 70. И может кое-что получиться. В машине! Живой или мертвый, есть кто? Мужики! А? Экипаж где? А? Да кто где? Ладно, пойду я. О! Ты что, сдурел, что ли? Что надо? Давай вылезай, знакомиться будем. Наводчик я ваш новый. Понятно. Стой! Куда? Иди сюда. Что скажу? Да ты говори. Мне и тут хорошо. А, понятно. Ладно. Для начала... Который час? Ужинать пора. Хорошо. День какой? Вторник. Год? 42-й. Правильно. 1942 год. Запомни эту дату, громила. В этот день судьба тебя свела с наводчиком Сиитовым. С этого момента твоя жизнь разделилась на до и после. Слышь? Да пошел. Тормозни. Сиитов. О! Здорово. Губки. Ты к нам на восьмерку? Ну да. Тут какая-то жаба знакомится? Дэд Шинкевич, я за него горой. А меня с десятки сюда вчера списали. Че у вас? Да у нас коленвал полетел, ну и... Ну это все. Все, старик. Слышь, ну я рад, что мы вместе. Со мной ты не пропадешь.
товарищ полковник. Капитан Коновалов для прохождения дальнейшей службы прибыл. Вольно, Коновалов. Ну так что? Майор приготовит приказ и принимайте новую машину. Есть. Ну что, штаб? Оформляться? Павла, увидимся вечером. Давно не виделись. Вы к нам после санатория на экскурсию или еще кого на тот свет отправить подыскиваете? Может, по яблочку? А? Капитан Коновалов, командир восьмерки. Фу, газ мне в жопу. Только нет. Звание, должность. Младший сержант Шенкевич, заряжающий. Сержант Сиитов, наводчик. Давай быстрее. Замена радиаторов, охлаждение двигателя. И нужен ведущий вал, борт редуктора с тормозными лентами. Да. Короче, много чего надо. КВшки сильно досталось. Танк должен быть исправлен в ближайшее время. Задача ясна? Так точно. Куда уж яснее. Ну, повезло нам с командиром. И как? Он должен быть исправлен в ближайшее время. Этот знает? Знает, не знает. Но она загоняет. Навал, стой. Так и будем, как индюки, ходить. Ну, здравствуй. Рад видеть. Взаимно. Я разберусь с твоей восьмеркой. Мне сейчас задача поставить в строй тех, кто хоть как-то на ходу, и сразу к вам. Спасибо. Мы сами. Перестань. Перестань. Я уже нашла для вас в соседней части реле, патрубки, радиаторы. Но, понимаешь, они еще идут. За детали спасибо. Но я сказал, мы сами. Паш, в машину. Отставить на исходную. 6 секунд по нормативу. Тактическое занятие пешей по танковому играет огромную роль. Живее, Шаркевич. Слаженность экипажа. Карданцами вдышло. Отставить на исходную.
позволяет экипажу правильно занять позицию. Живее, живее. Тщательная подготовка танкистов, залог успеха в бою, сохранение жизни личного состава. Отставить на исходную. Да возьми скорее машину, а то он из нас так спартанцев сделает. Разговорчики. Повторим еще раз. Твою за ногу. Держи. Приятно видеть вас в нашей скромной мужской компании. Спасибо, вот спасибо тебе, Армен. А то этот зверинка умотал нас просто. Я вас очень прошу, зовите меня Володей. Я хочу сказать тост. Давай. Пусть женщины всегда находят в нас то, что можно починить и исправить. И чтобы ее мудрые решения всегда улучшали нам жизнь. Отличный тост. Павла, за вас. История. Однажды преодолели переправу. Но как это произошло? Вот дерьмо, да? Чем много тысяч? Все это одна ручка, и он туда же. Может, ему тоже автоклав засунуть? Губки, вот что ты за хлам подсунул, а? Да все с ним должно быть нормально. Должно быть, не должно быть. Давай верни деньги. Какие деньги? Зачем так говоришь, а? Хорошая вещь, ленинградский. Небось, сам карусель сломал. Утром все еще работало. Забирай, Армен, шарманку свою. А товарный чек у тебя есть? Какой тебе чек еще, а? С печатью. Что, тебе знаешь, тебе печать поставлю какую-то? Что случилось-то? Не работает. Позвольте. А? Ну что ж, танки ж вроде чиним. А это уж как-нибудь, да? Да. Ну, думаю, не архи сложно. Что там? Оп. Будет работать? Самое интересное. Закрепки и гусеницы. Браво, Павел, браво. Я тебе говорю, золотые руки у нее. Нет, ты смотри на нее. Ох, Сава, танем. Вот что значит инженер-технолог. Павла, позвольте пригласить вас на танец. А, товарищ майор, дайте мне инженеру-технологу одну минутку, и я вернусь. Спасибо вам большое. Благодарю. Это груда металлолома, а не танк. А другой, конечно, ты не попросишь. У твоего нового? Я ему, кстати, еще с училища хотел рожу начистить. А ты всегда меня будешь обвинять, когда я просто пройду мимо человека? Ну, если бы не было за что, молчал бы. Только в твоей упрямой башке, Коновалов, в твоей упрямой, клепанной, бронированной башке это было. И если бы ты хоть раз... Чего я? Чего я? Если бы ты мог выслушать человека и просто поверить, просто поверить. А. Да иди. В твоем КВ я поменяла распределители, патрубки и реле. А форсунок нет, и я не знаю, где их взять. Ну, давай, давай, щедри, щедри, наливай. Надо в поле идти за деталями. Поле немцы контролируют. Туда 2 недели уже никто не суется. Так и за днем там снайперы. Надо сейчас идти. Ты же один не пойдешь. Слышишь? Я ее догоняю, говорю. Девушка, можно я с вами?
Пройдусь. Она остановилась, так смотрит на меня, улыбается, говорит, меня Таня зовут. Ну, так и идем. Уже 20 лет. Вот. А вы как со своей? Отбил военного атташе. Ух ты. В Испании. Угу. Она сейчас далеко? Да. Сейчас она от меня далеко. Вот КВ Лесина. Тихо вроде. Подъем! Раз уж увязался за нами. Куда вы без меня? Держи. Взял. Еще помпу заберу сейчас. Ага. Тихо. Кто-то есть. Тихо! Нарушать воинскую дисциплину и воинский устав. И тобой мною написан, понял? А значит, обязателен для выполнения каждым военнослужащим. Да что с тобой, Кротов? Что ты, ей-богу? Здесь устав уже у всех от зубов отскакивает. У тебя что, язык сейчас повернется сказать, что передо мной стоят дезертиры? Это герои стоят. Герой, майор. Молодцы, ребята. За языка отдельное спасибо. Вот мы сейчас у него и узнаем, зачем немцы ночью на поле шастают. Зови Кантера. Товарищ полковник, разрешите? Давай. Пойдем-ка посмотрим. Как он завелся-то? Кто его завел? Вот тебе на. Не успели, что ли? Фух, контакты плохие, радиатор чините, чините еще. Греется как черт. Неужели ожил? Ну, теперь у нас есть шанс. Слышь, инженерия. Ну, подаешь. Ваше Величество, можно прокатиться? Ну, давайте, а то все сами, сами. И мы тоже не зря ходили. Башня! Рыгов, заводи. Попробуем. Разведка, дедок. Деревня Шилова. Позавчера была пустая. Сегодня видели взвод панцирей. Есть. Вот Шилова здесь. Разведка. Зайдете отсюда. Так точно. Все проверите. Есть приказ.
думаешь, лейтенант? А? Может, на малых дойдем, а? Ну, тогда уж проще пешком. Быстрее будет. Нам бы ТМВД дождаться. Кого? Топливный насос высокого давления. А. Не забивай себе голову. Я вот все думаю, на что же это похоже, а? В твоем случае на бронебойный. Давай уже. 100 метров в Чихае проползли. Куда же дальше-то? Приказ есть приказ. Дойдем потихоньку. Товарищ майор! Товарищ майор, восьмерку выпускать нельзя. А по-моему, машина в порядке. И прекрасно выглядит. Особенно с вами на борту. У них двигатель запорот и стартер ни к черту. Послушай, прекрати его выгораживать и делать из меня дурака. Ты что думаешь, я не понимаю, что ты специально меня отвлекала? Пока он там в полях геройствовал. А я уши развесил. Володь, подожди. Значит, Володя, машина на ходу, и она на задании. И разговор окончен. Они не протянут и 100 метров. Они заглохнут и встанут в этом чертовом поле. И виноват будешь ты. Паш! Не надо. Вот и сам герой. Но будешь просить тебя оставить? Давай. Машина не на ходу. Не все детали в поле нашли. Давай. Я слушаю. Танк на ходу. Задание будет выполнено. Выполнять. Ты не бойся. Постараемся. Я тебе говорю, теперь первую не воткнем. А задом пойдет? Пойдет, только далеко не уйдет. А нам далеко не надо. Нам бы повыше подняться. Попробуем. Не простоим. Давай еще раз. Греемся сильно? Глуши мотор. Есть. Деревня пустая давно. Да и для печки дымок низковат. Скала, скала. Я гранит. Прием. Угол правого дома, на уровне колодца. Фугасный. Так заводить нет? Нет. Батарею посадим. Да я ни одной цели не вижу. До деревни 800 метров. Готов, командир. Фугасный готов. Огонь.
Вот они, выползли, голубчик. Вот они, выползли. Выкурили? Цель 12. Танк по центру. Бронебойный. Так может заводить, а? Отставить, пусть остынет. Панцирь 12-700 метров. Бронебойный готов. Ждем, ждем, ждем. Что ждем-то? Надо беречь боеприпасы. Да у нас полно. Откуда мы знаем, сколько их? Метров, командир. Ну а теперь нам точно хана. Как там тебе вдышло? Огонь! Право недолет. Бронебойный. Так, цель вижу, 500. Спокойно. Бронебойный готов. Броня с поправкой, минус 5. Минус 5 есть. Целые? Не дождусь. Кишка танка КВ пробить. Броню мылить умеем. Ха-ха. Бронебойный готов. Огонь. Вот это уже лучше. Гори. Панцирь слева! Бронебойный! Все, я завожу. Ждем! Панцирь слева 400. Огонь! Вот так! Да. Родите, я скала, вижу панцирь. Ведем огонь с тыла, прием. Скала, скала! Я гранит! Веду оборону с фронта! Прием! Ну что, кто первый? Мы или Титов? Конечно, бронебойный готов! Сидыч, давай! Огонь! Ничего, командир. Вот так. Нормально? Держи. Приказ вернуться был. Ты ж коптил. А что в пулю бислуку ставить? Ты прости, но я должен доложить. Докладывай, докладывай. Где же я тебе новый движок-то возьму, а? Че, Кротову пару раз улыбнешься, и все будет. Не смешно. Ладно, золотая. Дай-то бы по морде ему за это. Ну что, допрыгался? Очередное невыполнение приказа. Причем на боевом задании. Тебе это не сойдет. Слышишь ты меня? Обещаю. Знаешь, а ты права. Все, не надо! Сема! Ого, вот это дело. Ты че? Видишь, да? Майор ему наваляет.
Люк свой закрой, нашего пополам согнет. Тоже мне ученый нашелся. Ты чего машешь-то, а? Чего? Понял. Чего? Ты чего машешь-то, а? Бро. Ура! Давай, командир! Штрибунал. Герой, да? Это что, мальчик, что ли? Отставить! Кому сказал? По трибуналу оба захотели? Я не позволю рукоприкладства в моей части. Нашли время. Хорошо, кормили. Ну, раз силу девать некуда, слушай приказ. Товарищ капитан! Давай! Молодец! Есть! Отлично! Давай, дайте командиру! Давай! Кто против кого? Хорошо, давай сюда! Восьмерка против всех. Ну, давай, держи здесь! Давай, командир! Тебя спрашиваю, Коновалов, почему ты вывел неисправную машину на задание? Я повторяю, почему ты вывел неисправную машину на задание? Товарищ полковник, экипаж Коновалова проявил в бою храбрость. Они взяли... Да хватит, Титов! Ты им свой танк отдашь для наступления? Я слушаю, Коновалов. Я отдал приказ КВ идти в разведку. Что? И ты знал, что она неисправна, майор? Да, я знал. Хорошо. Твой экипаж пойдет в десант. Товарищ полковник. Отставить! Готовьте батальон к бою, майор. Приказ ставки главнокомандующего. Наступление фронта начнется в 5 утра. Это всем ясно? Свободны. Удачи, Коновалов. Что ж ты, Кротов, ты бы хоть документы Павла глянул. Она ведь по мужу Коновалова. С дороги! О, слушай, Сидор, я прицел себе на замену заберу. Чего? Дашь добро? Тебя заберут, ты чего думал, а? Дай сюда! Чего? Вы что делаете, а? А ну оставь! На Соболь десант направил. Чего? Какой десант? А ну-ка держи. Я не понял, ладно, у нас десант? Какого черта? Мы... Да нас же сейчас всех как курт перестреляют. Посмотри, кто мы. Мы что, пехота, что ли, а? Ты этих не знаешь, что делать, а мы? Ты сам хоть раз по полю бегал? Не доводилось. Да оставь, я тебе сказал, отойди отсюда! Сдурел, иди, иди, давай, пошел! Давай, дергай отсюда! Давай, пошел! Шенкевич, ты чего? Ну, чего?
Нет. Нет, это не ошибка. Все данные подтвердились. Извините, товарищ полковник. Товарищ полковник. Минуту. Дайте поставить восьмерку. У тебя сейчас совершенно другие задачи. Ты отвечаешь за весь батальон. У меня все на ходу. Дайте починить восьмерку, и они уйдут на своем танке. Дайте шанс. Я справлюсь. Минуту. Павла, я понимаю, что Коновалов и ты, что вы близкие люди. Очень хорошо, что понимаете. Помогите. И они будут на ходу. Будут. Будут. Заводи! Каждый ко мне давай! Куда ты потащишь? Шакаль отойми. Успейте еще растащить. Держись, Витов. О, это другое дело. Давай, слезай, слезай. Жопу-то поднимай. Губкин, троса сейчас будет закрепить. Давай, 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 ближе, ближе сюда, давай. Слышишь? Давай, ближе. Вот тут попробуй мне что-то сказать. Ну что, командир, я заряжаю. Давай. Давай, давай. Еще. Так, сюда. Давай еще! Держи. Разбирайте. Посвети мне. Ага. Попробуем. Доберемся. Давай, еще. Сюда. Рыков! Давай! Черт! Еще, еще давай! Сейчас подходит. Приготовишься к бою! Черт! Экипаж, машина! Рыков, давай! Давай еще раз! Давай, пробуй! Десант, построиться у машины! Включи меня, давай! Подавай мне! Подавай, свети! Давай! А машина! Свети! Ну давай, что? Если бы знал, что она твоя жена, я бы не стал. Если со мной что-нибудь случится, присматривать за ней не надо. Из могилы достану. Принял. Еще раз. Свети, сказала. Ну что сидим? Вперед! Зари навстречу товарищу в борьбе. Не пуха. Да пошел ты. К черту. Ну все.
Все, спасибо тебе. Надо идти. Я знаю. Я сам дурак. Павло, послушай. Я, может, много лишнего скажу, но язык перед наступлением выдал, что на Терехово КВ стоит. Что? Откуда он там? Это горелая десятка из 3-го батальона. Он говорил, что у них тяжелых танков нет совсем. Вот они и утащили его с поля. Вроде на ходу, замаскированный, но без реле-регулятора, 24F. Знаю где. Знаю. Господи, знаю. Командир, это из блиндажа. Понятно. Рыгов, Рыгов, держись. Как же, Танюшка, без меня. Я же с ней встречусь, командир. Встречусь.
не спрашивай! Танк есть! На ходу! На развилке у Терехова! Четвертый ориентир! Помнишь? Четвертый! Помню! Откуда там танк? Да не важно! Давай иду туда! Я с Соболем свяжусь, все передам! Давай! Давай же ты, ну давай. Так. Ну, дружок, не подведи, не подведи, не подведи. Слушайте, под Тереховым танк стоит. На ходу. Так это рядом, за лесом. Откуда он там взялся-то? Ну вот, как раз и знаем. Это шанс, надо идти. Давайте, живо. Ну да, мы уже с тобой сходили, вот теперь босиком бегаем. Журкевич, Губкин, за мной! Давай. Без меня. Ты их по три хотя бы бежи. Одной ты даже бах не пробьешь. Должен быть где-то здесь. Мы уже близко. Не отставать! Ну, хороший мой, давай, подцепись. Давай. Горючка, порядок? Да. Боекомплект наполовину полон. Могло быть вообще ничего. Мы далеко в лес ушли. Выйдем через развилку в Терехово. Нагоним своих. Понял. Есть. За работу. Ну давай, вперед. Сейчас мы им покажем, что такое восьмерка. Направление 11. Есть 11. Выскочи по Волохову и дальше по прямой к своим. Гроза, гроза, прием. Я гранил. Стоп, машина. Есть стоп. Цель 3. 500 метров, видишь? Да, вижу. Немцы. Похоже, разведка. В обход что-то идут. К нашему в тыл. Средний ход. Параллельно лесу. Есть средний. Параллельно лесу. Так, еще 200 и уйдут. Давай, фугас, сейчас поправим маршрут. Ага. Шенкевич, еще, давай, давай. Повыше зайдем. Давай, давай, давай. Вот так, стоп. Готово. Есть стоп. Огонь.
Горит. Так, надо подойти поближе. Тут еще уверен, они неспроста сюда сунулись. Ну да. Губкин, связь есть? Пока нет, пытаюсь выйти. Курс 12, средний ход. Идем параллельно лесу. Есть 12, средний, параллельно лесу. Гроза, гроза, прием. Гранит. Прости, что разбудили. Я сколько спала? 10 километров. А? Не глохнет? Да нет, как часики. А ну и слава богу. Буду нужна, буди. Наверняка уже успели своих предупредить. Сомневаюсь. Стоп, машина! Есть стоп! Прием! Я гранит. Значит так. Слушайте меня внимательно. Я не знаю, сколько их. По сути, по дыму и гаре, не меньше 10, может больше. Обход идут через Волхово к нашим в тыл. Связи может и не быть. Рация не тянет. В общем, мы одни. Бронебойные почти все. Горючки хватит. Я за. А я на воротах. Не пропусти, вратарь. Тогда за работу. Стоп. Здесь русские. Гроза, гроза, прием. Машина, стоп. Гроза, гроза, прием. Три взвода, не меньше. Где они? Ищите русских. Я не вижу противника. Начнем с крайних, а там посмотрим. Есть. Так, есть крайний 900. Первый не промаж. Примета плохая. Да ладно, давай командуй. Огонь. Ох, ну ты снайпер, а? Вот так бы дальше. Цель справа, один. Я разорву их сразу же, как найду. Давай, 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 пока ищут. Ща-ща-ща. Давай, бронебойный. Гроза, гроза, прием. Я гранит. Давай, 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 давай. Гроза, гроза, прием. Я гранит. Огонь. Правый фланг был атакован. Гроза, прием. Задний эшелон еще 50 назад. Живо, а то засекут. Черт. Идем, гроза, я гранит. Сейчас, я помогу. Давай. Гроза, гроза, прием. Ага. Готов. Есть. Гроза, прием, я дело готово. Гроза, прием. Ну, огонь. Отлично. Так, а это утка. Нас идет вскрыть. Ну что ж, милости просим. Цель передний, плюс 10. Есть, передний плюс 10. Готово. Огонь. О! Нас, кажется, засекли. Ну что, Шенкевич, пора нам себя показать. Средний ход. Есть средний ход. Гроза, гроза, прием. Готово.
Рапира видит русский КВ. Он вышел в поле. Где? 900 метров, направление 12. Из управления сообщали о других танках противника? Никак нет, Герр Гауптман. Нет? Так он один. Заряжай. Быстро. Готово. Огонь. Черт бы его побрал. Это невозможно. Он издевается. Правый трак выведен из строя. Чинить трак. Сейчас будет веселее. Держитесь. Сейчас заряжаю. Заряжай. Я сотру в пыль этих мерзавцев. Огонь! Цель 2! Бронебойный! Полный ход! Есть! Огонь! Перегруппироваться! Курс 12. Рапира левее 5. Стилет минус 10. Цель 10! Бронебойный! Они к лесу жмутся. Если вперед не идут, давно бы уже отступили. Какой смысл там тереться? Что это значит? Не знаю. Сороков увижу. Заряжай. Быстрее, быстрее. Готово. По моей команде. Противотанковую притащили. Этим мигом пробьют. Полный ход! А, черт, Шенкевич! Как скажу! Давайте газ! Богдан, живи! Пашка, давай! Да! Я веду. Веду. Командуй, я готова! Богдан, живо уходим отсюда! Ну? Получилось, кашель! Давай! Готово! Богдан! Паша, жми! Давай, давай руку! Огонь! На! Нет, мимо! Я удержусь! Да. Заряжай! Готово! Паша, ровнее! Огонь! Кажется, есть. А? Да стой же, стой!
Богдан! Шинкевич! Ну как же так-то, а? Ну как же так-то? Богдан! Слышь? Шинкевич! Из-за дыма ничего не видно. Черт побери, неужели нельзя попасть в единственный танк? Подходите ближе. Я подбит. Рапира, кортик. Окружаем противника. Держи, 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 держи! Держу. Базы справа! Есть! Один остался. Держитесь! Да, хорошо. Сейчас ожжем. Сокрутевича! Гады! Недолет. Полный ход! Сидор, не мешкай, сейчас спустим! Ну, чтобы наверняка. Кукин, покинуть машину, это приказ! Кукин, уходим! Уходите! Я прикрою! Я тебя прикрою! Кукин, ты слышишь? Уходим! Огонь! Паша! Сидоров! Держи! Ну вот и все. Стоп, огонь. А нам говорили, что они воевать не умеют. Еще как умеют. Средний вперед. Thank you.
Поплавались, красавица. Держи вот так вот. Держи крепче. Держи крепче. Что-то плохо-то совсем. Ничего. На свадьбу заживет. Тебе уж на развод только если. Я тебе дам развод. Никуда я тебя не отпущу, Паша. Слышишь? Я тебя никуда не отпущу. Что делать-то будем? Жить будем, Паша, слышишь? Посмотри на меня. Жить будем, Пашка. Вместе. Когда ты так рядом, мне больше ничего не надо. И не страшно. Все будет хорошо. Что с этими делать-то будем, а, командир? Ну, если прямо сейчас, сходу. Хороший план. Правда, хороший. Давай, командуй. Вперед! Коновалов, отставить! Отставить огонь! Не стрелять! Отбой! Отбой! Медика сюда! Медика! Только попробуй меня умереть, Коновалов. Только попробуй.